Всем привет! Вы на канале Ростислав Дашин, и сегодня у нас будет вот такое видео интересное. Будет видео о том, как оснастить поплавочную удочку. Так что, друзья, перед этим, как вы посмотрите этот видос, поставьте, конечно же, классный, офигенный лайк. И в конце напишите классный комментарий. И поделитесь, друзья, пожалуйста, поделитесь своими друзьями, подписчиками в соцсетях. Это поможет мне больше набрать активов и будет лучше для моего YouTube канала. Так что, друзья, давайте вместе, и мы же команда, мы поможем друг другу. Я вам там помогу, чем смогу. Так что, друзья, а кто еще не подписался, подписывайтесь на канал, сделайте красную кнопку, серой, сделайте, чтобы она не была красная, а была серая. Так что, друзья, поехали. Друзья, простите, конечно, за звук. Ну, просто погода у нас такая, короче, дождливая. И может не слышно, может слышно, напишите в комментариях. Так что извиняйте, друзья. Ну, а я сейчас буду вам показывать, как оснастить удочку. Поплавочную удочку. Как оснастить поплавочную удочку? Ну что ж, для этого нам понадобится, чтобы оснастить такую удочку, само удилище с катушкой и леска. Ну, сборы тут вот. Крючки, грузики, штопорки, поплавок и ножик, чтобы обрезать куски лески. Так что сейчас буду показывать, рассказывать, а вы смотрите. И кто там еще не умеет собрать поплавочную удочку, смотрите видео, друзья. Ну, а мы поехали. Так, ну что, друзья, берем, короче, нашу удочку, скобы, чуть-чуть леску себе вытягиваем. Так, ну для начала нам надо вот такие берем штопорки. Открываем. Так, достаем. Вот, достали, ребята. Берем эту леску. И вот видите, друзья, вот такие вот черненькие штопорочки. Это для того, чтобы измерять, ну, глубину. Мерять глубину там ставку на речке или в водоемах, короче. Так что, друзья, и вот такие вот штопорки, и в них есть дырочки вот такие. Чтобы протянуть, нужно вот эту леску вот сюда вот засунуть в один штопорок. Вот, просовываем. Блин, не просунул. Сейчас, ребята. О, вот так вот. Теперь берем эти отдельно. А, держим леску и за этот штопорок подтягиваем на эту леску. Этот штопорок прям натягиваем вот сюда вот. Вот так вот. Раз. Это у нас уже в руках, а это штопорок уже этот на леске. Вот. И протягиваем его чуть-чуть дальше. Так. Следующий у нас идет по плану оснастки поплавочек. Вот. Можно просто вот сюда вот в ушко засунуть, а можно сделать, чтобы менять поплавки. Вот мне этот нравится, если не понравится, то поменяю. То вот карабинчик для этого, чтобы поменять поплавки, вот такой вот карабинчик. Так что, друзья, себе раз отцепил, вот тут вот нажал, вот нажал, оп, вынимаю этого поплавочка и цепил там другого, которого вам нравится.
цепляете себе которую. И вот так вот проселяем вот сюда вот. Восьмерочка вот такая вот есть. Какая ваша... Цепляете себе такой поплавок, какая... Такой, что вам понравился. И просунули, в общем, поплавочек. Уже у нас штопорком вот тут. Вот. Так, и... Вот, берем опять эти штопорочки. И так же само выбираем одного штопорка. Просовываем. Нет, это что-то. Просовываем, короче, в это ушко. Блин. Вот, просунули, ребятки. И протягиваем так же само. Оп, протянули. Уже штопорочек у нас тут. Протянули его опять тоже, чтобы не мешал. Так, штопорочки пока нам не нужны. Берем грузики. Так, вот скользящие, а есть вот такие вот горошком дело. Ну, лучше скользящие, потому что они будут лучше, потому что они, ну, лучше будут, короче, на дно будет груз вниз падать. Так, цепили пока что одного такого скользящего грузика, потом берем вот этот штопорок. Третий. Нам нужен для того, чтобы грузик этот не уходил к крючку. Я вам сейчас покажу, как еще завязать крючка, привязать. Так что, друзья, просунули. Так же самое, как я вам показывал. Просунули сейчас. Просунули, ребятки, вот сюда в ушко. Через это ушко. И берем, тянем за этот штопорок. Оп! И опять уже он у нас тут. И вот тут вот надо чуть-чуть отрезать леску, потому что она уже чуть-чуть потертая. Чтобы, когда вы тянете рыбу, она не порвалась. У меня уже такое было, я такое прошел уже. Не знаю. Ага, если уже стерлось чуть-чуть, то надо уже обрезать. Или если леска уже рвется, то уже надо пора менять леску, куплять. Так что, друзья, вот такие вот дела. Ну что, друзья. И остальный, короче, штрих этой всей движухи. Чепляем крючка. Привязываем, то есть, да. Сейчас вот такой вот крючочек. На карасика, кто там на короба, то цепляйте себя на короба, кто хочет короба зловить. И смотрим, как я буду привязывать крючок. Так, вот леску берем, крючок, вот такое вот есть у крючка ушко. Просовываем вот сюда вот леску через это ушко. Только не изнутри, а снаружи крючка. Вот так вот просунули. Вот все, смотрите, ребят. Еще раз показываю. Не вот сюда суете леску, а вот сюда вот под низ. Вот так вот раз. И леска у вас под низом. Вот где вот эта жало вот так вот выгиняется. Вот тут вот леска должна быть вот так вот. Так, сделали, просунули. И теперь держим леску вот тут вот, где я вам показал, где эта жало выходит. И вот так вот раз, и сделали петелечку вот такую вот. Вот. Держите вот эту петлю. Вот держите крючок и с петлей. И начинаете мотать. Раз. Шесть раз мотать. Два.
3. Так, кот пришел. Вон ты как. Помощник. 4. Блин. Сейчас, ребята, вот что-то у меня запуталось тут чуть-чуть. Сейчас я распутаю. Так, ребята, заново показываю. Вот, просунули, в общем, вы. И 6 раз наматываем леску вокруг. Где вот эта вот жаба выгинается. Вот. Где шейка у него, у крючка. И 6 раз. Так, 2. Блин, что-то леска эта не сильно поддается. Ребята, ну наконец-то я уже намотал. Вот. Получилась вот такая у нас петелечка. И намотано 6 кругов лески намотал. Теперь берем вот этот конец лески, где я мотал, и вот эту вот петелечку, видно, и вот сюда вот эту леску просовываем, этот конец берем и просовываем вот сюда. Вот, ребята, просунули и затягиваем этот конец. Вот тут вот держим. Вот тут вот раз. И тут вот. И можно вот так вот пальцами подтянуть вот сюда к вушку, чтобы затянулась хорошо леска на крючки. О, так крепко. О, есть. Вот, ребята, получился вот такой у нас крючочек. Вот. Так что, друзья, вот такие вот пирожки. Теперь берем эту ножичек и обрезаем эту лишнюю леску. Все, отрезали. И вот у нас крючочек уже готов. Ровненький, офигенный. Ну все, друзья. Вот такое вот, друзья, получилось видео. Получилась у нас удочка. Склал, оснастил. Вам главное показал. Это умею. А вы, друзья, смотрите. Кто там еще не умеет, кто еще начинающий рыбак. Смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, потому что будут еще интересные видосики, буду для вас снимать и для новых тоже гостей, кто ко мне придет, буду для всех снимать классные ролики. Вот такая вот, друзья, получилась у нас удочка. Так что, друзья, кому понравилось видео, подписываемся на канал, ставим лайкос, делимся этим видео полезным и ждем новых видео. Так что, друзья, всем желаю здоровья, всем удачи, всем пока!